Приветствую, любительницы и любители всего квадратного и практичного. С вами Эфемер Абстрактный. И сегодня мы будем говорить об Explosives, то есть о взрывчатке в креативерсе. Начнем мы с простейшей взрывчатки TNT. Для TNT нам ничего не надо, нам даже не понадобится никакая рука, вот, то есть никакие инструменты нам не нужны, в принципе, для TNT, зато нам понадобится, возможно, если вы хотите создавать эту взрывчатку, небольшие ингредиенты, простейшие, то есть это gunpowder выпадает с сундуков, некоторых существ иногда, даже скипа, но чаще всего, проще всего добыть, приручив hot food, то есть... Сейчас мы добежим, я вам покажу для тех, кто еще не с нами или только-только зашел в игру. Вот с таких вот существ можно приручать их. Смотрите гайды, как приручать, у меня на канале это все есть. Вот, и с них чаще всего падает вот этот, собственно, gunpowder. Это самый важный ингредиент для создания взрывчатки в принципе. То есть без него вы мало какую взрывчатку сможете создать и как бы... Не забудьте либо убивать их, либо приручать. Все эти существа живут на лавовом уровне. То есть вы никак мимо них не пройдете, если докопаетесь до лавы. Так, ну давайте вернемся к нашей TNT. Так, куда я ее дел? Где я, кто я, с кем я? Так, сейчас я себя найду. Я тут ставил эксперименты. Возможно... удачные, возможно, нет, потому что в Википедии пишут, что дёготь можно использовать как... Так, а куда делась моя взрывчатка? Ну ладно, у меня еще один TNT есть, неважно. Вообще-то я здесь где-то припрятал TNT, но он, похоже, под дёгтем где-то. То есть я долго экспериментировал, чтобы использовать дёготь как фитиль, то есть он же тар. Грубо говоря, по идее, вы должны ставить рядом с таром свою взрывчатку. И как только огонь достигает взрывчатки, оно должно взрываться. Ну, по крайней мере, так написано в Википедии у нас. Вот. Но что-то мне пока не удалось этого добиться. Также горит у нас успешно... Так, сейчас найду... Shredder Leaves, то есть... измельченная листва. Вот, она так выглядит, и она неплохо горит. Даже, кстати, давайте в нашем эксперименте добавим, чтобы вам сразу показать, что я имею в виду под фитилем. Вот у нас тут будет листва, здесь у нас будет дёготь, и здесь в конце у нас будет наш... Вот я прямо его засуну внутрь, вот. Ага, вон, даже два. Отлично, это для эксперимента еще лучше. То есть вот у нас везде здесь дёготь. Прям все в дегте, все измазано. Так, что-то дегать снизу не течет. Нет, наверное, тогда убрать надо один. Так, давайте его. Во, отлично, он прям закрыл это все. Потому что вот я ставил просто сверху взрывчатку, и у меня она не взрывалась. Вот, раскрою вам такую фишку. То есть давайте сейчас проверим. Врет нам Википедия все-таки в R33. Это, кстати, патч R33. Для тех, кто, может быть, позже смотрит или как-то типа того. Или все-таки... я неправильно делал. То есть мы сейчас в дёготь поместили взрывчатку. Ставим рядом факел. Подчеркиваю, обычный факел. И наблюдаем. Вот он загорается. Вот пошло. Пошло! Кстати, можете развести пожар. Да. Так. Ну я зря, наверное, так близко подошел. Вот он полностью в огне. Надеюсь, я сейчас не взорвусь к чертям. И где бум? Нету бума. Ну вот получается, что информация в Википедии устарела, и, к сожалению, ни дёготь, ни измельченную листву, как фитиль, нам использовать не удастся. Сейчас он догорит, и я покажу, как можно использовать по старинке. Тут уже котлован у меня такой, я тут экспериментировал, ну что поделать. Кстати, дёготь даже весь не выгорел, вот так вот. Вот такие вот глюки. Ладно, дёготь я заберу. Ну, вот если хотите какой-нибудь пожар устроить, теоретически, я вот не знаю, будет ли гореть листва обычная. Ну, вот сухая горит, и дёготь горит неплохо. Но в остальном, даже не знаю, куда это все применить.
Итак, ну, собственно, к TNT. Нажимаем правой кнопкой. Пошел пар. Валим! Ох, я не успел свалить. Оно почему-то взорвалось почти сразу. Вот, после TNT вот остается... О, даже еще чуть-чуть дегтя. Окей. Остается такой котлован. Точно не могу сказать, сколько на сколько. Примерно 7 на 7, наверное, кубиков. Примерно, подчеркиваю слово. Вот. И что еще? Обычный TNT, насколько я экспериментировал, неплохо справляется с мягким совсем. То есть земля, там всякая дирт, грязь, все вот это вот, муды всякие, все это замечательно TNT взрывает. Включая деревья, листву на них, то есть если вы хотите очистить площадь быстро и эффективно или напугать взрывами соседей, TNT ваш выбор. Обычный TNT, дешево и сердито. Кстати, я забыл, наверное, рассказать, да, кроме Gunpowder вам понадобится Glob of Go. Как вы помните, его можно получать из молда, кроме как из существ. Молд находится на сталактитовом уровне и обычный камень. Вот, на этом все по ТНТ. Сейчас мы перейдем к следующей взрывчатке, более, так сказать, продвинутой. Итак, логическое продолжение обычного TNT – это Large TNT, то есть большой TNT. Соответственно, он разрушает больше, взрывоопасность у него больше и покрывает он большую площадь. Но еще одно отличие, если этот TNT вы можете найти в сундуках, начиная с деревянных, случайным образом, то этот уже найти нельзя, его можно только изготовить. Так, ну давайте где-нибудь проведем эксперимент насчет разрушительной силы большого TNT. Вот эта гора мне не нравится, прям вообще не нравится, сейчас мы ее... Я приговариваю эту гору к взрыванию. Давайте его закопаем на один кубик. Вот сколько тут у нас? Мне кажется, он всю гору снесет. То есть, опять же, я не берусь утверждать, сколько конкретно поражающая площадь у большого TNT, но достаточно. Побежали! Отлично. Нет, гору он не снес, даже при условии, что я закопал его. Но, опять же, вот... Ой, он даже... Там чьи-то пещеры, окей. То есть, снесли мы порядочно. Убедительная просьба, не используйте взрывчатку для того, чтобы насолить соседям или эфемеру. Потому что, ну, сами понимаете, что снести все под камень вполне можно. И это может расстроить окружающих вас людей, включая меня. Ну и тем не менее, здесь уже явно не 7 квадратов, кубиков. Здесь, наверное, раза в 2 больше, как минимум. То есть, если вот от этого посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, где-то 16 примерно. Ну, может быть 15, может быть 16. Я врать не буду, если хотите, можете прям... взять какую-нибудь такую квадратное что-то прям, поставить TNT туда большой и взорвать, и посмотреть, сколько у вас конкретно взорвется. Главное, чтобы порода была однородная, потому что, видите, он камень уже взорвать не может. Ну, давайте вот проверим. Вот камень, да, у нас. Давайте сейчас. Или он чуть-чуть взорвет камни, то есть, опять же, просто не хватит пробивающей способности. Ой, сейчас руку... Ой-ой-ой-ой-ой! Как хорошо, что у меня есть крылья. Сейчас бы вы упали, господа обычные пользователи. Так, ну вот что у нас. Он взорвал все вокруг. А вот она, ямочка, он не смог. То есть, ну, камень уже все. Ох-ох-ох. Куда же мне? Где же мне эксперименты ставить? Я тут скоро все взорву к чертям. Креативерсии, бойся меня. Так, ладно, переходим к следующей бомбе. Следующий на очереди у нас Advanced TNT, то есть расширенный. Здесь нам уже понадобится, кроме пороха и зеленой слизи, обсидиан. То есть не просто обсидиан, а обсидиановые блоки. Потому что, ну, вот как бы тут все круто. Иногда вот этот расширенный TNT можно найти в более продвинутых сундуках. То есть, ну, на поверхности вы уже не найдете, а вот
где-нибудь на corruption уровне вполне может быть. Ну, эта вероятность, опять же, очень маленькая, и если вам нужны, то проще сделать. То есть порох вы знаете, что падает с больших ног. Ну, а все остальное дело техники. Обсидиан почти везде находится. Там уже на каменных уровнях. Так что никаких проблем не должно быть. Ну, давайте проверим, насколько он все взрывает. Вот у меня тут есть немножечко Advanced. Сейчас мы его закопаем в хвою и посмотрим. Главное успеть убежать. Ох, елки. Вот то ли хвоя более толстая, то ли в чем прикол. Потому что вот здесь мы видим конкретные вполне размеры взрыва. Вот даже если мы сейчас замерим вот здесь. Так, раз. То есть он идет почти как, ну, пытается идти как круг. Как вы видите, но вот. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть всего лишь 10 во все стороны, а вглубь я вижу, что меньше почему-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть в самом глубоком виде. Ну, в общем-то, если честно, я не знаю, с чем это связано. Давайте взорвем, попробуем камень. Камень, мне кажется, по-прежнему пробиваться просто не будет. Возможно, что хвоя тверже, чем земля. Ну, давайте вот землю взорвем, сейчас посмотрим. Потому что как-то вроде там и более разрушительны были с более простыми взрывчатыми веществами. Ура! Оу. Как ни странно, Advanced TNT, мне кажется, да, здесь точно такой же размер получился, то есть он взрывает как похуже. Ну давайте, может быть, дело не в этом, может быть, он камень действительно может взрывать. Так, где мы тут предыдущие взрывы? Ох, я тут чувствую себя, наделаю воронок. Так, где тут? Где мне тут еще раз калашматить чего? Да я вплоть до того, что сейчас в пещеру упаду, давайте. Так, что тут? Нет, там темно, там страшно, туда я не пойду. Так, ну мы же где-то здесь взрывали, господи ты боже мой. Ой-ой-ой, так. Что-то здесь взрывали, камня нет. Но, ёлы-палы, проблема. Так, где-то вот здесь, по-моему. Здесь уже моя территория, на своей территории я не стал бы взрывать. Так, вон камни, все нашел. Так, давайте проверим. Может быть, оно лучше пробивает. Вот наша лунка. Вперед! Оу. Да, точно, вот. Advanced TNT уже может камни разрушать, в отличие от предыдущих двух. Хоть у него и поражающая способность меньше, то есть по... как сказать-то, по кругу разброса, так сказать. Но зато он пробивает камень. Вот тут уголек у меня нашелся. Пособираем. Так, ну ладно, переходим к следующей бомбочке. Итак, следующая наша остановка — это Super TNT. И, кстати, о птичках. Пока вы не сделали обычный TNT, у вас все остальные TNT не откроются. То есть... если для этих двух вам ничего, никакие руки не нужны, каменные там и прочее, то для Advanced вам понадобится уже каменная энергоячейка, как ее называют разработчики. А для Super TNT уже минимум обсидиановая. Ну что ж, Super TNT у меня есть. Давайте его проверим. Кстати, я все-таки добыл тут уголь. Если здесь мы разрушали камень, то сможет ли что-то разрушить Super TNT более такое серьезное, чем камень. Ну, допустим, здесь камень. На чем бы поэкспериментировать? Мне кажется, он может сталактиты расфигачить. Так, вот сталактиты начинаются. Так, где бы мне тут найти-то? Что тут, неглубокая пещера? Ну, в принципе, вот они, сталактиты. Если он их разрушит, то значит клевая штука. О-оу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет, стал... Ой. Так, по-моему, у меня глюк случился. Так, включаем фонарик.
Ага, то есть у меня все-таки глюк случился. То есть он действительно разрушает и сталактиты, и черт знает что вообще. То есть вот оно, даже железо нашлось. В общем, супер ТНТ вещь клевая. Одна проблемка. Обратите внимание, с чего он сделан. То есть порох опять слизь, но железные слитки, ребята, это конечно да. Мне кажется, что железо здесь вот, по крайней мере, я уже R33 его фактически не искал, но вот в предыдущих патчах его найти было наиболее сложно, чем все остальные руды. То есть он встречается, оно встречается очень редко. Проще люмитий найти, чем железо, и алмазы наделать через ферму алмазов. Ну, кто не знает, как сделать алмазы, смотрите опять же мои видео. В общем, супер ТНТ полезная штука, если хотите быстро, эффективно выкопать шахту. Но помните, что, возможно, игра не стоит свеч из-за того, что вот это вот ТНТ делается из железа. Давайте перейдем к следующим бомбам, более изощренным. Purification Bomb – очень специфичная бомбочка. Открывается она только когда у вас уже есть алмазная энергоячейка, то есть рука вот эта. То есть раньше вы ее сделать не сможете. Делается она из, опять же, пороха, молда, который находится на сталактитовом уровне, рогов трога и сталактитов. Сталактиты на сталактитовом уровне. Трог выглядит вот так, для тех, кто не в курсе. Обитает данная животинка, опять же, в таких местностях пустынных и каньонах. Ну, если что-то хотите узнать о животных, смотрите гайд про животных у меня на канале. Собственно, фишка этой бомбы. Давайте сейчас переместимся на corruption уровень вместе с ней. И вы удивитесь, такого чуда вы еще не видели. А может быть и видели. О, ёлки, глюки меня эти бесят. Вот у нас есть corruption уровень. Я даже пошел сюда без всякой спецподготовки. Вот у меня в руках бомба. Кидаем ее. И... опаньки, опаньки, опаньки. Из испорченного всего все превратилось в нормально. То есть деревья превращаются в обычный крэквуд. Испорченная земля в обычную землю. Испорченный камень в обычный камень. Ну и тому подобное и так далее. Действует все это, ну... говорят разработчики на 7 клеточках. И, по-моему, они правы. Да. То есть 1, 2, 3, 4, 7 на 7. Вот такая вот тиромарфировающая бомбочка. Бывало, была у вас вода испорченная, а стала минеральная. Вот можете принимать ванны, и даже вам от этого будет здоровье восстанавливаться. Ну, как бы тиромарфировать весь уровень, я бы не сказал, что это хорошая идея. Но, тем не менее, возможно... кому-то будет полезно. Тем более, что, собственно, бомба ни с чего такого сверхъестественного не делается. То есть все добывается, все как бы без ограничений почти. Ну, мол, конечно, может быть у вас возникнут некоторые проблемы, чтобы найти. Но все остальное без проблем, я так думаю. Так, переходим к следующей взрывоопасной штукенции. Итак, в противовес очищающей бомбе есть у нас в игре Corrupt бомба, то есть бомба, которая все обратно коррумпирует или портит. Для ее создания вам понадобится порох, люмит, вот эта вот испорченная пыль Corruption Dust, Corruption Stone, то есть испорченный камень, и все. В общем-то, ничего такого, кроме люмита, здесь нет. Откроется она у вас не раньше, чем вы получите энергоячейку лимитовую, то есть в конечном счете, ну, уже когда вы до люмита доберетесь, опять же. Что бомба делает? Кидаем и удивляемся. Вот была у нас хорошее все, дерево хорошее. Кстати, вода почему-то не стала плохой обратно. Все равно минералка осталась. По идее, вода должна портиться. Но... ну вот, очищающая бомба добра мощнее злой бомбы. Зла. Как-то так. Но, тем не менее, землю и дерево превратила бомба обратно в испорченные. Поэтому, если вам надо на поверхности что-нибудь испортить, о, коррумпированная, corruption, бомб, именно то, что вам надо. Так, свинья, отстань, все, я ухожу из твоего мира, все, пока. Стан-бомб.
Стан-бомб, собственно, так и переводится, как станище, останавливающая бомба. Если вы не смотрели мой гайд по приручению животных, то, наверное, вы ей очень часто пользуетесь. Хотя животных можно и обмануть, и приручить без всяких бомб. Но, тем не менее, бывают такие ситуации, что если вы кидаете, через какое-то время стан спадает, снова кидаете, и ваш противник постоянно находится в оглушении, вы с ним можете все, что хотите делать. Получаем ее из пороха, Чизард Гизарда и кожи. Кожа у нас падает с обычных свиней, либо вы их приручите и будете получать с них кожу, либо будете убивать. Ну а Чизард Гизард падает с обычных чижиков. Так, где у меня обычный чижик? Все какие-то неправильные чижики. Ага, вот у меня обычный чижик. Вот с таких вот чижиков чаще всего. Ну, либо опять же приручаете, либо наоборот. Так, ну, наверное, показывать стан я не буду. Это, мне кажется, и так понятно. То есть кидаете в животинку, и она оглушается. Тут как бы все просто. Ну и ингредиенты для бомбы тоже самые простецкие. Так, давайте к следующей бомбочке. Explosive Bomb. Бомба, что называется, фугасная. По крайней мере, так примерно переводчик мне перевел. Для ее создания вам понадобится порох, Crystal Shard. Ну, Crystal Shard падают со многих существ, и мелких, и более крупных, с разной долей вероятности. То есть, близ Crystal Shard, если вы кого-то убиваете или приручили, вы точно не останетесь. Ну и обычная кожа с обычных свиней, как я уже говорил. То есть, ничего, опять же, такого сверхъестественного. Что нам эта бомба дает? Она как раз предназначена не для взрывания территории, а именно для взрывания монстров, мобов тире. Вот, допустим, свинка. Получай, свинка. Вот, две бомбы и свинка готова. Конечно, с бомбами я бы не советовал ходить на что-нибудь действительно серьезное, потому что уже миру кладется аж 4 бомб, а у вас их всего 8 за одно создание. То есть, ну, как бы, наверное, проще мечом заковырять, чем с бомбами. Но, опять же, все зависит от вашего стиля игры и того, что вы хотите добиться. Вот такая вот бомба. Давайте к следующей. Armor Piercing Bomb. То есть, бомба, пробивающая броню. Делается, опять же, из пороха, кристалл шардов и Feral Pixifur. То есть, шкуры именно Feral свиньи. Вот эта вот свинья красная, сейчас вы можете видеть ее на своих экранах. Она более агрессивна, более кусается больно, и найти ее можно в джунглях. Ну, либо опять же переручаете, либо убиваете и получаете шкурку с нее. Это бомба, логическое продолжение предыдущей, и я думаю ее опробовать на ком-нибудь, потому что как бы описания в Википедии никакого толком нет. Давайте попробуем кого-нибудь прибить с помощью этой бомбы. Так, я нашел вражину. Вот раз, вот два. И он, кажется, еще останется. Три, четыре. Вот, с 4 пробивающих бомб я его все-таки задолбил. Ну, как вариант. Хотя мне кажется, что проще, конечно, опять же, с помощью меча. Ну, это на ваше усмотрение. Так, к следующей бомбе. Итак, следующая у нас Freeze Bomb, замораживающая бомба. Ее применение довольно обширно. Но вначале о том, из чего. Порох. Вот этот Rumble Tuft. Хвостик. Барашка. Так, где у нас барашек? Барашек у нас вот он спрятался. Так, сейчас мы его выкопаем. Обычно бараны где-то в горах, как правило, в заснеженных горах обитают. Так что, если вам они понадобятся, то ищите их там. Либо убивайте, либо лучше все-таки приручать, потому что лазить каждый раз по горам ради того, чтобы хвостик с него снять, так себе идея, мне кажется. Дальше. Blizzard Chizard Gizzard. Это у нас выпадает only вот этих Blizzard Chizard, то есть холодных чижиков. Их можно найти
в холодных местностях, там тайга, замерзшие реки и тому подобное. Опять же, лучше, мне кажется, приручить. Ну и кормить правильно. Смотрите, опять же, гайды мои. Так, дальше. И нам понадобится в окончании лед. Ну, лед, я думаю, проблем не составит найти. Что мы можем с помощью этой бомбы делать? Во-первых, мы можем замораживать на какое-то время существ. Получи. Вот. Ну, правда, существо после этого начинает на нас агриться, даже если оно было мирным. Во-вторых, мы можем заморозить водичку. Вот, была у нас водичка простая, стала у нас ледяная. Что еще? Можно заморозить лаву. И, кстати, вот эта замораживающая бомба участвует в нашем хитром синтезе алмазов. Смотрите видео по ферме алмазов. И, в общем-то, больше никуда эту замораживающую бомбу не пристроить. Должен рецепт у вас появиться где-то после обсидиановой энергоячейки. В зависимости от того, что там в Википедии правильно написано. Ну, то есть там пишут вроде с одной стороны, что это обсидиана, с другой стороны, что это уже железная должна быть. Честно, я не могу сказать вам, потому что мне придется перепроходить игру, чтобы узнать точно. И я уже для себя не помню. Я как бы на бомбы так не заморачивался, по первости, поэтому не могу вспомнить, как, когда у меня именно рецепт открылся. Так, ладно, перейдем к следующей бомбе. Итак, Флея. Используется для создания каменная палка Stone Rod, голубой цветочек, который вы можете найти на деревьях растущих, и стекло. Стекло получается при обжигании песка. Флея очень интересный рецепт, потому что получить его можно только тогда, когда вы привяжете почту к своему игровому аккаунту и, соответственно, рецепт получите после этого. Другими способами получить его нельзя. Если у игроков, которые играют с вами, есть этот рецепт, то они могут поделиться конечным продуктом, то есть самими вот этими лампочками, так скажем, флея. Ну, это не лампочка, конечно, это знаете как. Сейчас я вам покажу. Так, где бы мне тут показать-то? То есть вы кидаете его вниз. Вон, допустим, у нас там темно. И вот она какое-то время издает вот такое мерцание. То есть чуть-чуть освещает. Это примерно 90 секунд. После мерцания заканчивается, и вы снова оказываетесь в темноте. Бухаха. Собственно, никакого урона ни мобам, ни окружающей среде флея не оказывает. Поэтому просто используется, как правило, для освещения, если у вас по каким-то причинам есть вот эти фонарики и нет других никаких факелов. Вообще ничего нет. Firebomb. Классическая огненная бомба. Понадобится порох, застывшая лава, которая находится на лавовом уровне, либо вы можете налить где-нибудь на поверхности, грубо говоря, обычной лавы, она постепенно у вас застынет. Ну, конечно, в зависимости от того, куда вы льете и как льете. И Warm тут. Сейчас я покажу, с кого он падает. Это падает с огненных этих чертовых червей, которые опять же обитают на лавовом уровне. Так, не здесь он у меня. Он у меня в другом месте. Сейчас мы его найдем. Вот. Ну, он обычно на лаве растет и плюется у вас. Вы можете его либо убить, либо приручить. Последнее, наверное, будет выгоднее. Так, что еще нам понадобится для огненной бомбы? Нам понадобится Shroud of Shred Tile. В общем, хвост тушканчика по-русски. Тушканчик обитает в саванне. И больше, по-моему, нигде он не обитает. Выглядит вот так вот. С него падает его хвост, как ни страшно это звучит. Этот хвост нам понадобится для создания. Итак. Огненную бомбу можно получить только когда у вас будет уже алмазная энергоячейка. То есть раньше она у вас в рецептах не появится.
Что еще знать надо о огненной бомбе? Так это то, что она вроде как расплавляет лед. Ну вот у нас есть лед, давайте проверим. Да, она расплавляет лед. Отлично. Почему-то тут у меня зафонило. Ладно. Так, что еще? Говорят, что огненная бомба поджигает. Ну, давайте проверим на этой прекрасном дереве. Что-то она нифига не поджигает. Но! А, кстати, да, может быть у меня здесь отключено. Давайте перейдем на непомеченную территорию, чтобы это была ничейная территория. Проверим еще раз. Вроде как горит вот эта вот всякая сена. И деготь должен гореть. И не рекомендуют использовать в жарких местностях. Но это все я не проверял, поэтому вот сейчас давайте просто хотя бы. Ага, горит, горит, отлично. Ухаха, мы все сожжем. Ну вот, в общем, если вы пироманьяк, то огненная бомба вам очень пригодится. Можно сжигать чертовы деревья, там всякие травы, всякую вот это вот все, короче. Ну как-то вот тоже, вот видите, опять же, цветы почему-то не подожглись. Я думаю, что это именно потому, что это цветы. Дерево тоже как-то. Давайте еще раз. Ну-ка. Нет, не горят цветы, не хотят. И у меня бомбы кончились. Ну, тем не менее, я боюсь, что вот если вы такую бомбу зафигачите в деготь, то... Дёготь, я боюсь, вам придется искать в другом месте. Там все выгорит, скорее всего. Так, ну давайте перейдем к следующей взрывчаточке. Бомба силы, Force Bomb. Изготавливается из каменной палки, Dust Evil Dust и пороха. Dust Evil Dust — это у нас пылевые демоны или пылевое зло. Вот оно выглядит вот так вот. Когда спит. И находится во всяких каньонах и пустынях. То есть без проблем, в общем-то, они находятся. Вы либо их прибиваете и получаете с них черепа, либо выращиваете и тоже получаете с них черепа. Собственно, в чем отличие вот этой вот силовой бомбы? По заверениям разработчиков, она должна отталкивать и существ, и игроков при попадании. Но были баги. Сейчас попроверим. О, видали как? Полетело. То есть багов сейчас нет. И, собственно, так, сейчас еще раз проверим. По идее, она еще должна урон наносить, но что-то как-то не особо. Да, видимо, урона с нее кот наплакал. Но тем не менее, можете кидаться вот в своих друзьях, в своих друзей, других игроков и... Ага, все-таки урон наносит, потому что я себе под ноги кинул. Но почему-то свинье по барабану. Ой-ой-ой. Свинья меня тоже в полет отправила. Вот свинья-то, а. Да ладно. Вот такая вот силовая бомба. Экскаватор. Экскаватор у нас открывается после алмазной энергодобывающей ячейки. Не ранее, вот такой вот рука. Делается из пороха, железного слитка и обсидиановой палки. Обсидиановая палка получается путем запихивания обсидианового слитка в процессор, кто не знает. Вот, собственно, экскаватор — это необычная взрывчатка, потому что вот вы сейчас видите, здесь вот я поставил посередине экскаватор, и он выкопал мне такой аккуратный, хороший... квадрат земли. В этих мешках лежит, собственно, то, что он выкопал. То есть, в отличие от обычной взрывчатки, экскаватор складирует, ну, вот то, что он выкопал, вот в эти вот мешки. Ну, давайте еще раз копнем. По идее, экскаватор обычный может копать ну, вот, мягкую землю и вроде бы даже камень. Сейчас проверим. Ура! Ну да, вот, собственно, обычный камень он без проблем выкапывает. Я не знаю, как теперь я буду выбираться отсюда, если честно. Отличная ловушка для игроков получается. Ну, ничего страшного. Вот, кстати, даже он оставляет уголь, судя по всему. То есть уголь... Ну-ка, сейчас проверим. Так, здесь нет.
То есть уголь он не выкапывает. Если здесь где-то будет уголь, то он его оставит. Так же, как обсидиановую руду, так же, как и все другие руды. То есть никаких проблем с этим не должно возникнуть. Единственное, конечно, его строить, ну, довольно накладно, потому что железо, как я уже говорил, искать при этой версии проблематично, в общем-то. Ну, давайте перейдем к расширенному экскаватору. Расширенный экскаватор, Advanced Excavator, делается у нас уже из пороха, как обычно, уже алмазных слитков и железных палок. Открывается после обычного экскаватора, то есть пока вы его не сделали, у вас расширенный не откроется. Ну что, кроме того, что это название у экскаватора другое, соответственно, он выкапывает уже не просто камень, а бедрок, вот всякий известняк, магнетит и в таком духе. Ну давайте сейчас я спущусь. Уи! Нет, все-таки разбился. Я надеялся, что не разобьюсь. Ну ладно. То есть камень уже вообще без проблем. И другие ресурсы тоже. Ну вот, известняк пошел. Вот оно. Добычи. То есть обычным экскаватором его не выкопать. Кстати, довольно удобно, смотрите, вот снова уголь, вот магнетит, ой, зря я взял все это, черт, все себе забил. Так, ну давайте еще покопаем, потому что у нас еще есть супер экскаватор на очереди. Ох, я потом расшибусь. Вот обсидиановая руда, отлично. О, кстати, видите, как остается, забавно, то есть покопали, накопали. Ну, опять же, все это, конечно, очень накладно, потому что железо, алмазы, если алмазы фиг с ними, алмазов можно хоть сколько наделать, то железо искать, ой, как печально бывает и сложно. Так, это мой последний экскаватор или еще есть у меня? Ой. Ой-ой-ой. Ну вот, собственно, сильстона он уже не может. И на этом, наверное, он застрянет сейчас у меня. Ага. Ну, то есть, вот, на уровне сталактитов Advanced Excavator уже ни черта не может. Давайте перейдем к Super Excavator. Super Excavator, соответственно, логики открываются после Advanced Excavator. Делается из пороха, люмитовых слитков и алмазных палок. Еще хочу обратить особое внимание, для всех экскаваторов действует правило, в котором вот вы на своей территории, если находитесь, то в settings нужно включить TNT Enabled. То есть без этого у вас ничего разрушаться с помощью экскаватора не будет. Ну, по крайней мере, по логике разработчиков. Я сейчас проверял, у меня ничего вроде не трогается. Второй момент. Если вы оставляете какие-то сундуки, какую-то мебель, все это даже обычный экскаватор сгребет, и все, вы потеряете. То есть столы и прочее, все это удаляется на ура. Поэтому будьте внимательны, используя свои экскаваторы. Ну и не используйте на незаклейменных территориях, если у вас что-то там ценное есть. Так, давайте я попробую спрыгнуть. Надеюсь, что я не расшибусь. Так, я жив, отлично. Так, супер экскаватор у нас должен вот это вот все выкапывать. Давайте это проверим. Ага. Вот, то есть без проблем он выкопал сталактитовый слой. Даже нашли тут железо мы. Так, ну, насколько я знаю, супер экскаватор не может прокопать дальше лавового слоя. То есть лавовый слой — это предел для экскаваторов на данный момент в R33. Ну вот, собственно, вот Igneous Rock и все. И наш супер экскаватор свои зубья обломал об него. То есть дальше лавового слоя, к сожалению, экскаваторами выкопать вам не удастся. Но тем не менее, если у вас некуда девать ресурсы и вы ленитесь добывать, как обычные пользователи, руками все,
то строите экскаваторы, суперэкскаваторы и вперед. Да, еще один момент, может быть, я не помню уже, забыл или нет, показать. Можно ставить не только вниз экскаватор, но и, например, на стенку путем нажатия R и зажимания R поворачиваем. И можно копать в бок, например, или вверх, тоже как вам нужно. То есть с этим никаких проблем не должно возникать. Так, все, тут у нас темень. Тут нам нужны факелы, но тем не менее вот еще железо нашел. Ну то есть, как вы понимаете, получается, что вот этот супер экскаватор, находим железо, а тратим люмити и алмазы. Немножко неравноценно, да. Но тем не менее, возможно, кому-то пригодится и такой способ. Если вам нравится то, что я делаю, не забывайте заглядывать в описание к видео, там будет оглавление по времени, по всем бомбам и ссылки на социальные группы, где меня можно найти. Подписывайтесь, вступайте в то, что вам нравится. Не забывайте ставить пальцы вверх. Всем спасибо и до встречи в следующих видео.